произошла авария, есть трупы и много пострадавших. Все, остальное, кстати, выясняется. Сколько вообще человек погибло? Двое? На Ниве, которые были, да? Ну да. Я проснулся перед самим ударом, там, за секунду, за две. То есть, как бы, ничего особо. Ну, и успели бы выскочить? Ну, да. А вообще, люди, которые в салоне, ну, в автобусе, много пострадало? Ну, некоторые в больницу везли. Я тебе отзвоню, сейчас я не на чем. Своих я скажу. Хорошо. Юру на контроль возьми его. Нива там. Все, я понял. Загорелось. За меня в кассе выходит, мы здесь разрубим. На автобус буквально перекинулось. Да, надо. Документы сгорели, да? А можете сказать, как вообще быстро, быстро это вообще произошло, загорело? Ну да, как-то быстро. Мы ехали, я еще глаза закрыла, как-то резкое торможение, и вот меня повело вперед, и это самое. Ну и как-то все, сразу вот со стороны загорелось, и нам сразу резко сказали быстро на выход. Стали вызывать первую дверь, но никак. Вышли. Она была заблокирована? Первая дверь, да. Но а потом выбили ее? Нет, первую дверь не выбивали, выходили через заднюю.